Привет, друзья! Танк на дистанционном управлении начала разрабатывать в частном порядке группа российских военнослужащих. Дистанционно управляемый танк управляется через дрон-ретранслятор на дальность около 100 километров. Дрон также используется и для наблюдения. Управление танком будет осуществляться по 4 каналам. Танк уже оснащен защитой от дронов в виде мангала, но РЭП пока не установлен. Подробности в видео. Этим же пультом управляете, выставляете пушку, прицеливаете? Да, совершенно верно. А дистанцию как измеряете до цели? Здесь есть вот эта кнопка, она как раз включает измерение дальности. Понял. Это делается автоматически. Понял. То есть прицеливаешься, нажимаешь на кнопочку, на вот эту вот. Измерение дальности произошло, все это передалось в компьютер. РЭП их глушит? Мы пока не проверяли, но на самом деле мы сейчас используем защищенную связь на боевой машине. У нас будет 4 разные частоты с автоматическим переключением. У нас будет беспилотник сопровождения на крыле, который будет являться ретранслятором для танка. То есть практически неограничен. Ну, километров до 100, я думаю, он сможет ездить. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.